Добрый день, дорогие зрители! Сегодня я вам покажу, как я делаю чесночную воду для того, чтобы поливать растения. Так как мы уже знаем, чеснок это не только для пищи идет, он идет и для медицинского средства, и также для наших растений. Чтобы не употреблять никакой химии, мы просто разрезаем чеснок на дольки и складываем его в какой-нибудь или графин, чтобы было с крышкой, потому что он немножечко запах дает, когда стоит в воде. Или берем любую банку, и в банке то же самое можно сделать. Значит, мы наполняем резанный чеснок. Я не обязательно его мелко режу, это не так уж и важно. Главное, чтобы он был немножко разрезанный, чтобы давал свои, чтобы свои вещества чесночного сока все шло у нас в графин. Здесь я налила просто воду с крана. Я ее наполняю. Наш графин с чесноком. Здесь у меня где-то 600 миллилитров воды вмещается. То есть это не на большое количество цветов. И таким образом он у меня настаивается где-то один день, два дня. Я его плотно закрываю, и он у меня остается так стоять. Вот это у меня уже вода, которая стояла одни сутки. То есть она помутнела, запах у нее тоже очень хороший. То есть чеснок хорошо-хорошо пахнет. Почему я поливаю чесночной водой? Чесночная вода для того, чтобы стимулировать растение росту. Это очень хорошее удобрение. И также это идет очень хорошая защита корневой системы и также цветов от бактерий, от грибов, которые могут образоваться тоже в корневой системе и также на цветах. И также от мучнистого червяца. Но про это мы расскажем в следующем видео.